Всем привет! Настало время выходных, и у меня для вас яркая программа на этот уикенд. Ну что, поехали? Одно из самых ярких событий этого лета – это, конечно, любимый самарцами «Волгофест». Он все-таки состоялся, только в этом году не открывает летний сезон, а закрывает его. И все самое интересное приготовили именно в эти выходные. В субботу программа начнется в полдень с диджей-сета. Далее весь день для самарцев будут выступать музыканты до позднего вечера. В воскресенье последний день феста начнется тоже в 12 дня с диджей-сета и продолжится многочисленными концертами. Параллельно на набережной будут работать творческие площадки. На пляже возле Ладьи 29 и 30 августа будет работать выставка «Ползучесть», проект, который осмысляет эстетику постчеловечества, как заявляют о нем авторы. Что же будет после? Роботы, динозавры или, может, черная дыра? Вариантов много, но зачем гадать? В общем, идем и смотрим все на месте. Часы работы выставки с часа дня до 8 часов вечера. Как учились жители Самарской губернии в 19 веке? Что они изучали? Как относились к учителям? У всех ли было право получить образование? Слишком много вопросов. На все-все-все и даже больше отвечают сами за себя подлинные артефакты на выставке «Народное образование» в областной библиотеке. Соскучились по театру? Совсем скоро в храмах искусства начнется новый сезон, к которому артисты очень готовятся. Ну а пока в магию театра погружает одноименная выставка в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Рассказывает она о памятных монетах, посвященных знаменитым театральным деятелям России, их легендарным балетным, оперным и драматическим постановкам. Посмотреть можно с 11 до 7 часов вечера. На этом же все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи! What?